привет, вы на канале Маринка. Сегодня я в Марине открываю разные сюрпризы и киндер. У нас есть три пакетика Пеппа, Синка Пеппа и такая киндер Джой. Давай открывать, поехали. Начинаем, начинаем с Синка Пеппа. Сейчас откроем. И нам попалась такая Пеппа. А что ты еще? Что есть? Курточки! Это Пеппа где-то по лозам с принцесса прыгает. Это они где-то с пудзой. Это они где-то, не знаю, на пряже. Сейчас просто вот так. И вот так. Потом открываем следующий сюрприз. Это такая Пеппа, не знаю, кто, конечно, что это. Не так, кто нам попадет. О, это нам попался Пуни-Педро. Ля-ля-ля-ля, он самый умный. А это новые карты. Это Пеппа где-то по лузам прыгает. Где-то Пеппа дурит своего дома, пускает пузыри. Это где-то они в пиццерии и дома готовят пиццу. Откроем следующий сюрприз. Это спать последний. О, нам Рыбака попали. А новые карты. Это где-то Пеппа, не знаю, на пикнике тоже. Это Пеппа где-то тоже на пляже. Это Пеппа где-то тоже где-то дома играют. Вот. А теперь откроем киндер Джой. Как это открывать? Где-то она открывает. О, кто-то может попасть из статик. Это его такая вот. Это его такая вот. Ну, то есть, у него нет наклейки. А, есть наклейки. Сейчас на него наклеим. Вот тут где-то новый. Это новый тачки. Вот тут нам на паке, и, наверное, вот тут надо. А вот где-то такая вот точка тоже где-то у нас должна быть. Вот его глаза. Так он честный горящий. Наверное, его где-то тоже. Так. И так. Где-то вот такой вот. И что? Это тоже какой-то. Это где-то победил. Самый главный. Это тачка какая-то. Это какая-то его зовут чистого. Как его зовут? Ну, это какой-то чистый штачек. Он не отбегает на... И вот такая вот точка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Маринка. Всем пока!